Пане Сергію, чи можете ви прокоментувати ось ці масовані ракетні обстріли за вчора і за сьогодні? Чи це агонія, істерія у Путіна? Чи що, на тлі чого це все відбувається, на вашу думку? Я думаю, что два есть объяснения у этого элемента. Он понял, в общем, что он завяз в долгой войне, и что из этой войны надо как-то выбираться. Вместо того, чтобы согласиться на поражение и на вывод своих войск из Украины, он решил пойти на эскалацию, на дальнейшую эскалацию конфликта. И в этом смысле был придуман, с моей точки зрения, был придуман инцидент с Крымским мостом, потому что, заметьте, что после взрыва субботнего Крымского моста, что является, в общем, очень большим проколом служб безопасности Российской Федерации, потому что они говорили, что этот мост невозможно никак достать. Там есть защита морская, антизенитная, авиационная, проверки на одном и на другом конце и так далее. То есть, в принципе, невозможно, этот абсолютно неприступный объект. И вдруг этот неприступный объект, на нем совершается теракт, причем автомобиль заходит с российской территории, его практически не досматривают. И самое главное, что после этого теракта Путин не увольняет ни одного из руководителей служб безопасности, которые ответственны за охрану этого объекта. То есть ни Бортникова, директора ФСБ, ни Золотова, директора Росгвардии, которая охраняла этот объект, никого Путин не уволил. Не уволил руководителей ФСБ по Краснодарскому краю или по Крыму, не уволил директора службы контрразведки на транспорте ФСБ, никого не уволил. А это значит, что этот теракт был ему выгоден. То есть он ему создал казус белли для того, чтобы перейти в массированную новую фазу войны против Украины, в массированную бомбардировку всей территории Украины. Потому что он, кстати, когда с Басрыкиным разговаривал в воскресенье 9 октября, он подчеркнул слова. Это было нападение, то есть это был украинский теракт, нападение на критически важный объект инфраструктуры. Что было враньем? Потому что Крымский мост был в 2018-2019 году, да, критическим объектом тогда, когда с украинской территории нельзя было ничего заводить в Крым. Сейчас в результате захвата территорий Запорожской и Херсонской областей через Крым можно возить спокойно все по суше, дорогами и железными дорогами. То есть перерезка Крымского моста не является больше для России критической. Путин, тем не менее, сказал о критической. Для чего? Для того, чтобы начать массированные бомбардировки Украины. И он назначил теперь координатором этой операции, этой войны, генерала, который славится тем, что вот он, так сказать, не имеет никаких остановок в этом смысле. И мы видим, что со вчерашнего дня начались бомбардировки прежде всего гражданских объектов, что, напоминаю нашим зрителям, является военным преступлением по Женевским конвенциям. То есть нельзя специально бомбить гражданские объекты. Они иногда могут попадать под бомбардировку или под авиационные удары или какие-то там другие удары случайно, но когда целенаправленно государство бомбит критически важные гражданские объекты, это является военным преступлением. Пане Сергію, от один із російських опозиційних політиків сказав, що російський диктатор Володимир Путін слідує, звісно ж, традиціям диктаторів рівня Сталіна чи Гітлера і сліпо вірить, що розуміє всю ситуацію на фронті і впевнений у своєму тріумфі. Чи дійсно Путін розуміє усю ситуацію на фронті, чи все ж таки йому просто докладають якусь брехню, недостовірні факти і потім, ну, виходить те, що виходить, як ми бачили загалом і в липні на сході нашої країни, яка ситуація відбувалася і так далі. Ну, здесь сложно сказать, потому что, с одной стороны, вроде бы, знаете как, у нас всегда есть тенденция, желание сказать, что вот он там не до конца знает ситуацию, поэтому типа неправильное решение принимает. Мой партнер по моему YouTube-каналу, с которым мы делаем каждую неделю итоги недели, генерал СВР, утверждает, что Путин знает все.
ему докладывают все. Может быть, не всегда сразу, но ему докладывают все. Проблема в другом, что у Путина, в общем, сложилось так же, как у Гитлера и у Сталина, сложилось собственное видение мира. И когда у него, то есть у него на самом деле можно сказать, что он является, в общем, с психиатрической точки зрения человеком больным, потому что он перестал воспринимать реальность так, как она есть, а он воспринимает реальность так, как ему хочется. То есть он подстраивает реальность под себя. И когда у него сложилось такое видение мира, вы можете ему рассказывать любые данные, вы можете ему давать любую правду, он ее уже не будет воспринимать. То есть он воспринимает только то, что его устраивает в этой картине мира. И по этому поводу он всегда... И он человек, в общем, психологически очень закомплексованный, очень сложный. Было известно его еще с времен его учебы в Краснознаменном институте КГБ, что он не способен под влиянием эмоций принимать правильное решение. То есть эмоции мешают ему принять решения, для которых требуется холодный расчет. Его, кстати, из-за этого не взяли на службу во внешнюю разведку. То есть его считали, что он профессионально непригоден для такой службы. Его оставили в КГБ, потому что КГБ большая машина, там всегда найдется для любого человека место, в том числе и для не очень профессионального. Но во внешнюю разведку его не взяли. И вот он доказывает каждый год, что, в общем, эта характеристика, которую ему дали в КГБ, она была правильная. Что он, в общем, упертый человек, что он не признает никогда свои ошибки, что он всегда будет пытаться сломать реальность под свое видение этой реальности. Вот чем опасна его и вся эта история. И ситуация, которая складывается сейчас, она опасна еще тем, что, в общем, мы понимаем, мы все нормальные люди понимаем, а тем более эксперты по военному делу, что Россия в ее нынешнем состоянии не может ни экономически, ни военно победить Украину, потому что вы защищаете свою землю, вы защищаете свою территорию, вы защищаете свое национальное самоутверждение, а россияне едут туда, вот первая фаза, это были просто люди за деньги туда ехали воевать, а теперь едут по мобилизации, то есть люди, которые не хотят воевать, а их заставляют воевать. То есть, в принципе, такая армия победить вашу не может. Плюс за вами стоит весь Запад, за вами стоит Соединенные Штаты Америки, вся Европа, которая может вас снабжать. Пусть, да, конечно, нам хотелось бы, чтобы она вас больше снабжала, быстрее и так далее. Но, тем не менее, в общем, Путину противостоит коллективный Запад. И победить конвенциональными средствами он не сможет никогда в этой войне. И вот чем быстрее он это поймет, тем это лучше. Но видите, в этом понимании есть опасность очень большая для нас всех и для всего мира. Что если он это поймет, и если он не сможет это переварить, то тогда у него останется только один путь попытаться победить в этой войне, а именно перейти к иным способам ее ведения. Я не буду їх називати, всі їх поняли. Так. Пане Сергію, маємо повідомити нашим глядачам про запуск близько 9:30 ракет. Орієнтовний час очікування година-півтори, залежно від регіону. Пуски крилатих ракет із Каспійського моря. Були повторні чути вибухи в Київській області. Поки що ця інформація уточнюється, тому, будь ласка, просимо пройти до укриттів. Пане Сергію, і от дуже цікавий момент. В одному з відео ви обговорювали про те, що у Путіна був якийсь годинник, який фактично погано на нього впливав, і через це йому завдано шкоди здоров'ю. Розкажіть детальніше про цей годинник і як цей годинник міг нашкодити Путіну. Ну, да, это пока что такой немножко анекдотичный случай. В общем, у нас было последнее воскресенье 9 октября. Как обычно, по воскресеньям у меня есть передача «Итоги недели» с человеком, который называет себя генералом СВР и известен всем как Виктор Михайлович. Ну, за ним стоит целая группа. В принципе, это очень известный телеграм-канал, это очень известный YouTube-канал, который очень часто дает правильную информацию
информацию, в том числе и изнутри Кремля. И вот в последней передаче 9 октября он рассказал, наконец, потому что он 3 месяца нас, так сказать, ищу слово, помягче сказать, ну, то есть он не хотел нам рассказывать 3 месяца, и вот, наконец, я его уговорил рассказать. И он сказал, что каким-то образом удалось Путину подбросить часы, которые он носит на правой руке, и которые каким-то образом очень плохо влияют на его здоровье. То ли там ядовитый металл, то ли там магнетизм какой-то, непонятно, он не дал информации. Но он озвучил это в воскресенье 9-го, эта передача прошла в эфире в 12 по Киеву в воскресенье. Вечером Путин встречался с Бастрыкиным, у него на правой руке часы еще были. А вот утром, когда он в понедельник, когда он рассказывал о том, как он будет бомбить Украину, у него уже на руке часов не было. И вот мы задали себе вопрос, это потому, что прошла наша передача с генералом СВР, где рассказали про эти часы, или это просто он так быстро вставал утром, чтобы бомбить Украину, что он забыл их надеть. Вот будем смотреть дальше, будет он их носить или не будет. Пане Сергію, побачимо в майбутньому. Дуже так цікаво, що ви прослідковуєте ось такі деталі, зокрема те, що носить кремлівський диктатор. Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що з'являлося повідомлення, що у Москві розпочалися арешти військовослужбовців, повідомляла про це і українська розвідка. Ігор, відомо про численні арешти, затримання та блокування ось цих військових. Також, за інформацією розвідки, до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського еліти Російської гвардії. Скажіть, що можуть означати такі новини і чому такі сутички відбуваються на тлі чого саме? Да, эта информация прошла, она, кстати, прошла, по-моему, даже в субботу или воскресенье прошлое, и довольно много было перепечаток этой информации, но если вы обратили внимание, практически везде, вот я искал специально эту информацию, правда, я вчера был очень сильно занят и не смог перепроверить, появились ли новые какие-то данные, но вот по состоянию на воскресенье вечером я не нашел ни одного видеокадра, подтвержденного, что это снято в субботу или воскресенье, где вот были бы видны все эти вещи. И, то есть, была информация, но всегда сопровождалась либо фотографиями, либо даже старыми кадрами Росгвардии, где там снег лежит и так далее. То есть, в принципе, не было ни одного видеоподтверждения, где вот на 100% мы убеждены, что это именно сейчас происходит, и именно так, как это было рассказано в этой информации. Поэтому я к ней отношусь пока что с большим недоверием, в том смысле, что возможно это есть, но меня удивило, что, ну вы понимаете, Москва, там говорят, мегаполис с 10 или даже 15 миллионным населением. В этом мегаполисе у каждого есть смартфон практически. И в таком состоянии странно, что у нас нет десятков кадров, десятков видео, сотен видео, где вот показаны эти вещи на улицах Москвы. То есть, в общем, меня это очень сильно удивило, потому что вот даже мы все видели, что когда был взрыв на Крымском мосту, эти видео появились там буквально через там полчаса или через час уже видео были все в сети. И вот это, к этому мы привыкли, потому что мы живем в 21 веке, мы живем в веке, где у каждого есть смартфон, и каждый является корреспондентом. А вот таких видео на воскресенье вечером в Москве я не нашел. И по этому поводу я пока что отношусь к этой информации с небольшим недоверием. Это не означает, что этого не может быть, потому что мы чувствуем, что внутри Кремля и внутри Российской Федерации идут процессы, так сказать, внутренней борьбы, потому что понятно, что, так сказать, спецслужбы всегда против армии, спецслужбы всегда грызутся между собой, а на фоне проигрыша в Украине, естественно, все хотят повесить, сделать козлами отпущения кого-то другого. И по этому поводу это абсолютно не исключено. И, в общем, появились, на прошлой неделе была очень большая критика армии со стороны Кадырова, со стороны Пригожина, со стороны Золотова и так далее. То есть мы понимаем, что у них какие-то там внутренние
внутриармейские, внутриспецслужбистские и внутрикремлевские разборки существуют. И на этом фоне, в общем-то, было понятно, что, может быть, будут смещать кого-то из больших генералов, может быть, будут убирать Шойгу, может быть, будут убирать Герасимова. А когда такие вещи происходят, то всегда надо подстраховаться, потому что у этих же людей есть оружие, то есть они могут сопротивляться, если вдруг кто-то начнет там внутренние разборки устраивать реально в реальной жизни. Вот. Поэтому это абсолютно не исключено. Будем ждать подтверждения. Вот если вы, там, наши зрители, вы найдете какие-то видео реальные вот с этим перемещением, тогда я думаю, что у этой версии появится больше подтверждения. Пока что я ее два на ум пошло, но, так сказать, я жду подтверждений с реальными какими-то видеофрагментами. Чекаємо на підтвердження. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо за вашу думку. Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ, СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ, був з нами на прямому зв'язку.